Здорово всем, ребята, Кентуга на проводе. И прямо сейчас вместе с Анеткой мы будем открывать новое Хамелеон Классики! Да! Я очень рада, что вышла обнова, но еще больше я хочу, чтобы ты показал свои дыньки! Я дыньки? Нет. Анетка, ты покажешь свои дыньки, потому что прямо сегодня, ребята, это будет необычные кассики. Каждый раз мы будем открывать один кассик и снимать одну шмоточку кого-то из нас. У кого будет дешевле дроп, тот и снимает одну шмоточку. Поэтому, ребята, прожмите лайк, если вы ждали это видео и вообще ждали обновы. Посмотрите на эти замечательные перчатки, Анетка. У меня уже шишечка привстала, а я купил очень много. Знаешь, сколько я купил? Смотри. Сколько? Смотри, Анетка, тут их больше. Больше 40 штук. Давай, первый кассик. Первый кассик, Анеткин. И смотрим, что же выпадает Анетке. И тебе выпадает легендарка! Что? Как? Как тебе выпала легендарка, Анетка? Ну ты лакерша. Ладно, ребята, а теперь открывает Кента ПК. Давайте все вместе запустим хэштег мужики. В связи с тем, что скины не вышли на рынок, мы смотрим только на качество. Мне тоже легендарка! Емпа! Значит, мы вместе снимаем по одной шмоточке, Анетулечка, мой ты пупсик. Опа, я снял... халат. Я снял маску. Ты посмотри, Анетка, на мою прическу из этой маски, обалдеть. Я про волосы уложил. Давай так, если выпадает аркана, то ты снимаешь две шмотки. О, давай в натуре, если выпадает аркана, то проигравший снимает две шмотки. О, а ваши три? Такие три, Анетка, ты не наглей. Так, все, Анетка, ты готова к открытию? Готова. Давайте, ребят, опять открывает Анетка. Абракадабра. Ну, я уверен, мужики, Анетка сейчас проиграет, и тебе попадает М40. Ой, а Бобби, наверное, перевернулся. Посмотри, какой он страшный, этот М40. Красивый вообще-то, не надо. Так, Анетке выпал эпик. Теперь, ребятки, открывает Кента ПК. Смотрим, что же выпало мне. Да это прикол! Положи! Опять мы снимаем с тобой по шмотке одновременно! Ты понимаешь, что если так дальше продолжится, мы будем обе... ну ты понял. Без одежды, я понимаю прекрасно. Да! Анетка, я снимаю мою фирменную сумочку. Дольче Габбана. Абибас. Снимай ее. Ой. Снимаю. А ты что снимаешь? У меня была желтая повязка. Ну что, ребята, новый раунд, новая победа. Хэштег Ротамбус. Погнали! Ротамбус Кенту! И это Анеткин. Тебе выпал USP гость. Нормально. Ну, ты посмотри, какой красивый скин, какой красивый паттерн, Анетка, ты шо? Тебе рарка выпадет, ты так не радуйся. Ты так не радуйся, давай открывай. Давай, Анатулечка. Так, тебе выпал Зупа Глимэпик. Теперь смотри, как открывают профессионалы. И мне выпадает тоже Глимэпик. Да это подкрутка от разработчиков. Вашу Машу, Анетка, снимаем по дешмоточке. Я снимаю мой школьный рюкзак, а ты что снимаешь? А я снимаю вот это, хоп. Анетка, а может ты сразу, сразу снимешь всю одежду? Ты когда будешь этот, ну уже го-го-голи, я тебя оп, я тебя оп, оп. Ой, Анетка, успокойся. Девушка, успокойся, не переживай. Так, Анетка, давай так, это будет твой кассик. Я все-таки джентльмен, поэтому я тебе даю шанс открыть первый. Смотрим, что же выпало Анетке и Анетке. Да, рарка, есть! Статрек, статрек! Блин! Это лучше, чем эпик. Ладно, окей, теперь смотрим, что выпало мне. Блин, ну почему тебе так сильно везет, женщина, объясни мне. Так, я вырвусь из статрек. Блин, у меня дешевле. Да. Ладно, ребята, прямо сейчас вы увидите моего побежона. Вы, надеюсь, вы готовы? Раз! Подожди, я лупу достану. Какую лупу, слышишь? Я тебе еще другое достану. Братва, снимаю штаны, а под этими штанами у меня еще одни штаны. Нечестно. Все честно, бомжетка, не наглей. Так, бомжетулечка, опять-таки, первый кассик твой. Смотрим, что же выпадает Анетке, и Анетке выпадает хэштег. Опять? Да я так не играю. Опять статрек! Ты нормально? Анелька, ты нормально? Это что такое было? Я нормально. Я адекватно. Ты с разработчиком договорилась? Или как это называется? Ну, есть такое у нас там... Терки, да? Да, есть. Мы там это... Все, Анелька, теперь открываю я. Мне надо, чтобы мне была легендарка. Да ё-моё, почему я проигрываю? О, смотри, выпал новый скин Вал. Вау, какой красивый, это всего лишь рарка. К сожалению, я, ребята, все равно что-то должен с себя снять. Поэтому я снимаю еще одни штанишки. Да, не удивляйтесь. Хотя, стоп, подожди, не-не-не. Штаны обратно надеваем, обратно. У меня же есть часы.
Как я мог про них забыть? Все честно, бомжетка, не наглей. Хэштег бомжетка, не наглей. Так, ну что, бомжетулечка. Давай. Давай. Первый давай. Кастик. Абра-кадабра, первый кастик твой. Пожалуйста. Это тебе. Я... Это было жестко. Тебе была рарка. Ура, ура. Наконец-то Анетка проиграет, братва. Есть справедливость в этом мире. А мне эпик. Ну, снимай, да, снимай, да. Драгунчики, ты мои, снимай сразу. Хорошо, сюда на базу. Ой-ой-ой-ой. Снимай, ПК, что ты улыбаешься? Ты еще так это не радуешься. Анетка, я выиграю 100% очко, мама-то стоит. Ты ну что, поехали. Давай. Первый твой, первый твой, первый твой. Арка. И тебе выпадает... Yes, yes, yes. Статрек. Даже не статрек, ура. Все, Анетка, а что там еще снимать? Что там у тебя еще припрятано? Давай. Папа, ребята, пошел контент. Анетка снимает свои штанишки. И под этими штанами... Да. Есть еще штаны! Ну ты вообще нормальная? Есть еще штаны! А ты что думал, уже попочку увидишь? Да я уже думал увидеть этого Бобиджона, Анетка! Я хочу увидеть твою розовую попку. Слышишь, давай не наглей. Все, ребятки, открываем еще один кастик и... Стоп, подожди! И мне тоже упал дигл! Братва, снимаем, снимаем штаны. Вау! Очередные штаны. Но поверьте вы мне, они далеко не последние. Слушай, а штана было так хорошо, так тепло прям. Ребят, минус штаны. Пацан сказал, пацан сделал. Все. Хэштег трусики. Так, все, Нетка, давай, первый твой, второй мой. Поехали, метро Люблино работаем. А это правда, что у тебя трусики с пепой? Ой-ой-ой-ой-ой! Ха-ха, рарка! Анетка, что-то не везет что тебе. Что за фигня такая? Мы еще увидим, какие у тебя трусики, дорогулечка ты моя. Сейчас мы увидим. С пепой трусики? С пепой, ага, с пепой. Прошу, прошу. Нет! А, мы вместе! Как, статрек? Статрек, статрек, да! Ты снимаешь, ты снимаешь, ты снимаешь. Если бы было бы две рарки, там мы бы снимали, а так? Давай, Анетка, снимай. Ой, да, ты мне уже вообще... Снимаю кофту. О, ребята, сейчас будет взрослый контент. Кофту снимаю. Анетулечка. Я-то пока, у меня уже почти ничего не осталось. Ничего страшного, не переживай, тебе там ничего не надо. Так, Анетка, у нас еще много кастиков, но нам еще ни разу не выпали арканы. Первый твой. Давай. Первый твой. Аркану, аркану. И тебе выпадает... Эпик. Бомжетка, тебе эпик выпал. Так, ну что? Не, слышишь, мне выпадает по-любому аркана, по-любому. Делай, делай, не, я делаю буст, можно бы стоп. Это мой любимый бустик, и мне выпадает. Да блин, рарка, чё закидала? Ладно, Анетка, я снимаю фартушок. Фартушок снимаю. Откуда ты его достал? С трусов, что ли? Слышь, у меня тут был фартушок был, Анетка, не наглей. Что он у тебя там делает? Это фартушок, женщина, не наглей. Все, Анетка, давай, первый твой. Готова? Готова. Готова? Готова показать свои маленькие дынечки, Анетка? Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, USP гост. Где? Эпик, эпик, есть. Прошу, прошу, пожалуйста. Я надеюсь, есть справедливость в этом мире, прошу. Можно мне, пожалуйста, арканочку? Умоляю, ради семьи. И мне выпадает. Так не, эпик, нет. Блин, я должен опять что-то снимать. Ладно, ребята. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Снимаем, мужики, снимаем мою кофточку. Анетка, давай, твой кастик открываем. Ой-ой-ой, все, походу... Давай, давай, давай. Походу стендов сломался. А, не, нормально, 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 нормально. И тебе выпадает... Да, опять! Опять! Прошу, прошу, да. Дайте мне легендарку или аркан. Ну, легендарка или аркан, умоляю, умоляю. Ты посмотри, а что с кастиком происходит? Что это? А что происходит? Это подкрутка на аркану, и мне выпадает... Тоже эпик. Все, Анетка, снимаем с тобой по одной шмоточке. Моя ты прелесть, моя ты сладенькая. Готова? А я, Анетка, снимаю еще одни шорты. У меня было две пары шортов. Я уже все почти. Ничего страшного. А у нас еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кастиков. Так, Анетка, первый твой. Готова? Давай, говори заклинание, говори заклинание. Абра-кадабра, разработчики. В рот попадабра, абра, абра-кадабра, в рот попадабра. В тот кента попадайка. Так, Анетка, и тебе выпадает. Ой-ой-ой, как же все лагает. Это вообще подкрутка какая-то. О, ничего себе ты подкрутила. Это подкрутка на эпик. Ну так нормально тебе выпало, а что ты чем недовольна? Так, теперь открываю я.
Тебе выпал галимый эпик, потому что ты галимая ботиха. А мне выпадает галимая аркана, потому что я галимый киберспортсмен. О, легендарка! Да, 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 да! Да, блин! Что ты? Слышишь? Ладно, я, да. Ладно, снимаю это, носочки снимаю. Ой-ой-ой-ой, ты еще. Моя ты маленькая. Анна, слушай, я провела, давай мы с тобой рискнем и купим еще 5 кастиков. А? Мне нечего уже. На, а, ну так нам же это и надо. Аннет говорит, что ей уже нечего снимать. Дорогулечки, ты моя. Да. Не переживай, первый кастик, как обычно, твой. Ну, кстати, у меня на самом деле тоже не так ты много одежды-то осталось. Я опять что, смотри, сказал. Это подкрутка от разработчика, и тебе выпадает... Нет, легендарка! Аннетка, да! Ну ты лакерша. Вау. Ну ты лакерша. Открывай кенту ПК. Слушай, ну если мне выпадает аркана, ты снимаешь сразу 2 шмоточки, как мы и договаривались. А мне сейчас выпадет аркана, я это чувствую. Ребят, что происходит? Мама дорогая, почему все сломано? Тоже легендарка! Аннетка, снимаем с тобой по одной вещичке. Хорошо. А что там у тебя в попе лежит-то? Аннетка! Ты что, ненормальная? Аннетка себе в попу что-то запихала. Аннетка, это импланты от инстасамки или что это? Она мне одолжила. Ё-моё. Ладно, Аннетка, давай, давай дальше. Продолжаем дальше. Я надеюсь, мы сейчас увидим твои дыньки, потому что у нас осталось всего лишь 4 раунда. Первый кастинг, как обычно, твой. Оу май! Тебе выпал эпик. Я говорю сразу, я это чувствую, сейчас будет аркана. Реально. Я чувствую, сейчас будет аркана. Поверь ты мне. Рарка, пожалуйста. У меня сейчас будет аркана. Смотри, сейчас будет аркана. Рарочка, смотри, рарка, девушка. Рарка. Твой день 8 марта, рарка. Молчать, Анетка. И... Да! Анетка, снимай, снимай, снимай. Вот, смотри. Давай, 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 давай. На ноге. Ай-яй-яй-яй-яй. А что это за секрет? Слышь, что ты себе на лоу там намотал? Ты вообще адекватный? А что ты? А тебе можно, а мне нельзя? Ладно, Нетка, погнали дальше. Бомжетка, погнали. Первый кастик твой. И Анетке, леди и джентльменс, выпадает. Внимание, если смотрим, что же выпадает. Я готова, разработчики, я все сделаю, если аркана будет. И тебе. Ты это видела? Не, ну это было реально жестко. Так, и Анетке, ребята, как обычно, не повезло. Открываю еще один кастик, но теперь уже я. Такс, поехали, поехали, поехали. И что же выпадает, Анетка, что же выпадает? Разработчик думает. Так. Пусть это будет рарка, рарка, рарка. Yes, рарка. Yes, ты опять снимаешь. Хорошо, снимай, хорошо. Снимай, снимай, снимай. А у меня, смотри, а у меня, смотри, здесь нога, ой, вот здесь нога голая, а здесь у меня след. Тогда я снимаю! Ой-ой-ой, давай, снимай, не стесняйся, моя, ты маленькая! Снимай, снимай, давай! Ой-ой-ой, ребята, Анетка сейчас, у Анетки сейчас тупо ничего там нету! О май! О май гад! Все, Анетка, то есть у тебя снизу ничего нету, да? Ничего, ничего! Эх, ну сейчас не будет и сверху, поехали! Первый кастик, как обычно, твой. И Анетке, уважаемая леди и джентльменс, выпадает. Только аркана спасет, только аркана. Анетка, спасет. Ты посмотри, что происходит. Ты что сломала эту игру? О! Тебе легендарка выпала. Ах ты долбаная лакерша. Ах ты долбаная лакерша. Yeah. Шанс есть. Теперь открываю я. Что же выпадает мне, как вы думаете, уважаемые леди и джентльменс, и мне? Только не аркана, все что угодно, только не аркана. Пожалуйста, прошу, прошу, прошу. Тебе была легендарка, да? Значит, чтобы тебя победить, нужна аркана. Нужна аркана! Нужна! Нее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 ee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 
нашла еще что-то! Мне кажется, ты меня разводишь. Ой-ой-ой. Ну ладно. Ой-ой, не-не, Анетка, я не развожу, серьезно. Под своим комментарием подтвердите. Давай, Анетка. Ой-ой-ой-ой-ой, то есть и больше у тебя ничего нету снизу? А что такое? Поехали, поехали. Первый кастик. Поехали. Анеткин. О, Анетки так смешно, волосы запутались. Так мило. Ребят, первый кастик Анеткин, и Анетке выпадает... Только Раркан, пожалуйста, разработчики, я все угодно. Лишь бы Рарка, лишь бы Рарка, прошу, дайте Рарку, дайте Рарку, дайте Рарку, и Анетке выпадает! Да, я выиграю, я выиграю, я выиграю, да-да-да-да-да! Это лютая имба, все, Анетка, и теперь я открываю последний кастик, и, возможно, ты сейчас останешься без одежды, да! Все, мужики, погнали, мы это сделаем, хэштег за мужиков! Анетка, что происходит? Я просто в шоке!
Да! Давай, давай! Да! 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 А ветка, снимай все! Ну вырвем! Какая это имба! Класс! Анетка, снимай прямо сейчас абсолютно все. Короче, братва, прямо сейчас, ты пока снимай, я буду прощаться с подписчиками. Ребята, прямо сейчас прожмите лайк, подпишись на мой канал. И, конечно же, Анетка, давай снимай быстрее, курица. И, конечно же, продолжение всего этого будет у меня в ТЭ-канале. Все, братва, давай, блюр, 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 блюр. Все, братва, все, что в ТЭ-канале, о май!